Парадом открытием в Муроме стартовали соревнования военных инженеров «Открытая вода». Они предусматривают прохождение командами 6 этапов с форсированием водной преграды и наведением понтонной переправы на реке шириной до 300 метров. В традиционном всеармейском конкурсе, который пройдет с 27 июня по 10 июля, принимают участие 8 команд. Соперники муромцев – военные из Нахабино, Мурманска, Хабаровска, Уфы, Печенги, Каменск-Шахтинского и Ленинградской области. Напомним, «Открытая вода» проводится в Муроме уже 4 года подряд. По итогам прошлого года в финале всеармейских состязаний наши земляки показали лучший результат и стали победителями. Обычно в соревнованиях «Открытая вода» участвует более 1000 человек и около 500 единиц инженерной, бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники. В состязаниях предусмотрено использование понтонно-мостовых парков, плавающих транспортеров, надувных лодок, путепрокладчиков, буксирно-моторных катеров. Помимо инженерной техники в конкурсе задействована армейская авиация, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, автомобили военного назначения, а также минометы и взрывные имитационные средства. Любопытно, что в этом году соревнования проходят на новом месте. Зрительская зона расположена в 2,5 километрах от Вантового автомобильного моста на левом берегу Оки.